Многие студенты массово возвращаются домой из других регионов. В связи с этим повышается вероятность распространения коронавируса. Приехав в Губкинский, студенты, как и любые другие граждане, сообщают о прибытии по телефонам горячей линии Роспотребнадзора и городской больницы 3-18-88 и 3-45-27. Кроме того, приехавшим из других субъектов страны рекомендовано находиться на самоизоляции не менее 14 дней. Напомним, помощь в доставке продуктов питания и товаров первой необходимости оказывают волонтеры. Заявки принимаются по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 8-904-455-2205. Реквизиты для оплаты товаров также сообщат в ЕДДС. Кроме того, в округе работает единый колл-центр по приему обращений от пожилых людей. Телефон 8-800-302-9440.